Всем привет, с вами Алекс и сайт RemPC.b. В этом видео хотелось бы сделать запуск Battlefield 1 на слабом ПК. Батлы, новой батлы на слабом ПК. Да, скажете, вышло уже месяц назад. Что ты вообще, о чем ты уже опоздал на веки вечные? Но я думаю, ничего страшного. И попытаюсь на своем этом слабом ПК запустить первую батлу, которая, в общем-то, получилась отличной игрой, супер оптимизированной, но тонкости технические есть. Пользователи сталкиваются с просадками FPS и там с другими различными проблемами, они есть. Так, отмечу, что игру мне для тестов предоставил подписчик, ссылка на его страницу в ВК будет в описании. Итак, на каком ПК я буду запускать первую батлу, и посмотрим, сколько FPS я вообще получу, учитывая то, что я уже запускал, ну, больше пяти, так скажем, последних крупных крутых игр на таком слабом ПК, и есть с чем сравнить, в том числе с новой Call of Duty Infinite Warfare. Давайте. Так, свойства моего компьютера. Процессор 6-ядерный, FX6300, 3,5 ГГц. Да, проц более-менее хороший. Но вот дальше оперативка 4 ГБ всего лишь и видеокарта GeForce GT630, 1 гигабайт видеопамяти, 128 шина. То есть видеокарта вообще слабенькая. Офисная карта, нет, я не спорю, на ней можно играть, можно подобрать крутые игры, и действительно многие играют, вполне себе норм. Но вы должны понимать, что для новых игр это, конечно же, видеокарта почти не катит. Но все-таки давайте посмотрим. На ней, кстати, можно поиграть и в GTA 5, и, ну, то есть во многие игры можно поиграть, но все-таки разработчики отмечают, что лучше не, даже и не пытайтесь. Но мы все-таки попробуем. И, конечно, за оперативки у меня всего лишь 4 гигабайта. То есть для современных крупных игр этого очень и очень мало. Так, но не забывайте, что я уже неоднократно говорил, что мне в запуске игр помогает файл подкачки очень, очень сильно, потому что 4 гигабайта, допустим, вот на 4 голых у меня не запускалось ни Call of Duty Infinite Warfare, ни Mafia 3. Добавил файл подкачки, и игры запустились. Там пускай FPS, там то все у кого какой, но запустились, и, в общем-то, на какие, в какие-то даже можно играть, поэтому четверки может не хватить. То есть вот дополнительно файл подкачки вот здесь у меня. Ну, я пока выставил в 10,5 тысяч, это вроде бы достаточно. Хотя, теоретически, для некоторых игр... Нет, все правильно, все правильно. Ну, по 10, вот Mirror's Edge у меня жрало файл подкачки. А так обычно 6, 7, 8 еще жрут, помимо оперативки. Поэтому всем, несомненно, советую ставить файл подкачки, если у вас игры не запускаются, слабый ПК, или хотите получить побольше FP, ну, или постабильнее картинку. Пробуйте, я же не говорю, что его все 100% должны запускать. Если у вас нет проблем с играми, не нужно, не запускайте. Итак, давайте, все, вхожу в батлу. Вроде бы все, что хотел сказать, сказал. Окей, запускаю. Так, что сказать? Сейчас вот прошли эти игровые премии, Game Awards, джойстик, Golden Joystick. Батла вроде бы нигде ничего такого крутого не заняла. То же самое, как, само собой, Call of Duty, которая, кстати, получилась хорошая, по крайней мере, для серии. Батла тоже получилась замечательная в своем стиле, отличная игровая, одиночная кампания, в том числе просто замечательный мультиплеер, в котором, как-никак, все равно пользователи сталкиваются с какими-то проблемами, но таких не так уж и много. И вот сейчас вышло просто огромнейшее обновление на первую батлу, там просто сколько-то на гигабайт. И тоже привносит различные какие-то тонкости в баланс, в игровой процесс тоже. Опять же, делал видео, можете посмотреть, недавно было. Основные такие 10 изменений. Так, хорошо, давайте сразу же в настройки, что ли. Ну, давайте по настройкам пробегусь. Так, настройки, вроде бы все выставил на низкое. Пока только Full HD разрешение ставил. Так, вот оно здесь виднеется, 1080-60 Гц, наверное, получается, да? Так, здесь пока ничего не буду, ни масштабирования, ничего пока трогать не буду. Ну, в плане здесь. Здесь все на низкое, да, врубил качество различных эффектов и всего остального. И плюс пока масштабирование, ничего не трогал, просто все на низкое. И сейчас, конечно же, еще поиграю с разрешением, ну, так сказать, понастраиваю и с масштабированием. И посмотрим. Ну, давайте сразу вот низкое и Full HD, 1120 на 1080. Сколько покажет новая батла, покажет FPS. Так, ну, загрузка, сколько она здесь будет? Давайте сейчас я немножко остановлю. Итак, ну, по крайней мере, тебе и прорвемся вместе.
Окей. По крайней мере... Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри. Хорошо. Так, по крайней мере, игра запустилась. 4 гигабайта оперативки и видеокарта GeForce GT630. В общем-то, все игры запускались у меня. Ну, главное в современных играх, конечно же, для запуска. Это проц. Процессор должен быть более-менее. Стремитесь хотя бы к такому, к примерно 6300, если у вас есть возможность. FX6300 подходит для большинства игр, недорогой, до $100, и у вас не будет проблем с играми. Ну и то, даже если нет возможности, ничего страшного, все равно будем запускать как-нибудь. Итак, смотрите, я зашел, вот Full HD, супер низкие настройки, масштабирование не трогал, 12-13 FPS. Ну, теоретически, даже сейчас. Ну, нет, понятно, что неприятно немножко играть, здесь есть динамичные сцены, все дела, конечно же, будет не совсем. FPS нужно хотя бы, чтобы 20-25 кадров был, тогда уже более-менее терпимо, а если 30 и выше, это просто огонь, так сказать. Ну, для слабых систем. Так, что давайте по... Понятно, что можно спуститься туда, давайте, где больше домов, туман здесь всякий. То есть, в общем-то, нагрузка вполне себе норм. Я понимаю, кстати, что в новой батле еще зависит от места, где ты находишься. Могут где-то быть просадки на каких-то картах, возле мельниц, там еще всех. Ну, в сетевой я имею в виду. Так, отмечайте врагов. Так, ну мне здесь, видимо, нужно по стелсу прокрасться. Ну да ладно. Давайте пока. Так, давайте на мониторинг слева взглянем, что у меня получается. Первая строка видеокарты, 51 температура, видеокарта загружена на 99%. Так, потом вторая строка видеопамяти 1002, вот видите, все, видеопамять само собой вся загружена. Так, частота, потом идет FPS, да, видим 13, 11, 12, 13, 14. Потом процессор загружен на 70-80%, то есть видно, что упирается в видеокарту. Игра. Процессора, в общем-то, хватает, но видеокарту можно было бы помощнее. Так, что дальше? RAM 3800. Оперативки жрет, причем, ну, под 4. В общем, фактически 4. И файл подкачки еще 7 гиг сжирает. Воу-воу-воу-воу. Наверное, нужно осторожнее, а если я дальше пройду, заметит или нет. То есть, как видим... Видеокарта, да, здесь самое слабое место, оперативку кое-как дополняет файл подкачки, но в то же время получаем вот всего лишь 12 FPS, немного, казалось бы, да, но в то же время вполне себе уже сейчас, вот я на Full HD, на такой слабой видеокарте, на супер крутую новую игру, вполне себе уже можно играть. Но если давайте сейчас попробую снижать разрешение, все дела, и думаю, вообще FPS теоретически должен чуть больше подняться. И более того, мы посмотрим, насколько в этом плане гибкая именно данная батла, потому что не все игры. Казалось бы, да, поначалу вроде бы сколько-то есть там FPS, думаешь, ну сейчас брошу разрешение, масштабирование еще поднимется. Но нет, в каких-то, да, действительно, есть такая тонкая настройка, то есть можете подсбросить еще что-то и получить FPS, а в каких-то нет, как в той же мафии. Что ты там не сбрасываешь, что у тебя на низких, что на средних, все равно тормозит, все равно проседает, все. То есть, ну, это как такой, так сказать, пример анти-оптимизона и вообще анти-хорошей игры Мафия 3. Так, давайте зайду, в общем-то, в настроечки, видео. Так, разрешение. Давайте, секунду, сейчас я сменю разрешение. Так, вроде бы поставил, секунду, только... А, ну вот оно, наверное, применяется. Так, окейушки, сейчас посмотрим. Нет, FPS не изменился, и вроде бы разрешение, то ли игру нужно перезагрузить. Стойте секунду, странно. Вроде бы я все сделал, но не попросила перезагрузить, не попросил. Да нет, вроде бы 1280 на 720. А если сейчас сделаю в окне... А, вот, применить настройки видео, ну давай. В окошке посмотрим, может быть, в таком окошке оно будет более адекватно реагировать. Так, в окне 1280 на 720, это стандартно в играх я делаю. Сначала Full HD, а потом просто HD. Так, ну что тут в окошке? Да, кстати, 22 под 30 FPS получилось. Но это в окне, почему-то в окне без рамки. Давайте сейчас попробую в окне без рамки оставлю. Видимо, применить. Так, ладно, сейчас. Без рамки. А, вот, кстати, появилась эта фигня, а то не было. Не было, не было. Окей, так, вроде бы 20 плюс стало FPS, только я сбросил на HD. Блин, да нет. А чего оно?
В окне нормально. А в окне без рамки. То ли растягивает. Видимо, растягивает. Хорошо, хорошо, давайте тогда просто в окне. Это будет реально HD разрешение. И сейчас мы посмотрим. Давайте в окне тогда. Это реально вот HD окошко 1280 на 720. Так, и в итоге, сбросив таким образом разрешенницы, я получил, ну, фактически 20-ку. О, 20, 21, пошло 24 FPS. Давайте пробегу сейчас туда, в деревушку. 20 FPS получил, то есть 20 FPS просто на HD, не трогая масштабирование. То есть картинка вполне себе четкая, вполне себе можно играть и приятно все смотрится. Так, здесь тоже уже враги. Давайте еще как-то зайду, обойду. То есть, ну, нормально, 20 FPS. Я бы уже сказал, это уже отличная, можно сказать, отличную оценку дать оптимизон и вообще глубокой настройке батлы первой, потому что, снизив разрешение, уже получаю вполне себе приемлемый FPS на видеокарте. Ну, как приемлемый, я понимаю, что это не совсем приемлемый, но многие игроки так отписываются, играют, и ничего страшного. Так, хорошо, давайте тогда... Ну, масштабирование, в принципе, можно трогать. Давайте, может быть, разрешение еще какое-то. Секунду. Ну, давайте так уже, чтобы для... Какой вообще здесь? А, нет, 1024. Давайте посмотрим, сколько мне выдаст 1024. Так, стоп. В окне 1280, да. Сейчас не так немножко я сделал. Сначала 1024 делаю, а теперь в окне. Стоп. 1024, полный экран. Ладно, давайте так сделаем. Так, ну что, в итоге врубил в окне 1024 на 768. Давайте посмотрим, сколько FPS будет. Потому что, ну, нужно же учитывать, что у игроков есть ноутбуки, а там разрешение, ну, уже приближено к этому, к HD. Соответственно, для них имеет смысл запускать... Странно, что-то здесь не особо-то что-то и прибавилось. Наоборот, даже подупало. Или, возможно, потому что я спустился сюда, в эту местность. Так, там кто-то стоит или нет? То сейчас как начнут по мне тут шмалять. А, да, он ходит. Ой-ой-ой-ой. Что я бросил? Что я бросил? Гранату или что? Нет, вроде бы нет. Так, что-то фигню какую-то. Так, пометил того паренька, все, чуть-чуть вижу его. Так, хорошо, хорошо. Ну, 20 FPS. Ну, давайте буду, в общем-то, дальше посмотрим на... Ничего мне не дало особо, 1024 на 768. Так. Оставлю 1280 на 720. Так, ща... Сейчас заставлю в окошке, наверное, в окне без рамки. В окне без рамки, стойте-ка, будет низкий FPS, да? То ли оно масштабирует сейчас под... автоматически. Ну ладно, давайте оставлю в реальном окне, какое должно быть. Так, в окне 720p. Окей, все, оставил. Так, давайте захожу в дополнительно масштаб интерфейса, шкала, так, шкала разрешения, давайте, масштаб интерфейса, ну это, наверное, стандартное масштабирование или как, а, или масштаб интерфейса, это, наверное, отображение, шкала разрешения, вот это вот, наверное, 100% масштабирование, давайте я сейчас поставлю вот на 40, допустим, так, чтобы просто проверить. Это же, наверное, масштабирование, да? Да, точно, вот зашел в игру, масштабирование убрал, то есть фактически разрешение уменьшено, оно растянуто под мое HD, но на самом деле оно здесь может быть какое-нибудь там 800 на 600 или меньше. Что мне это дало по FPS-у? Дало по FPS-у, да, 34-30 FPS. Окей, давайте сейчас пробегусь. Вполне себе неплохо. Прибавка есть. Ну, 30 FPS получил, но, конечно же, картинка вообще никакущая, поэтому давайте немножко я сделаю более приятную картинку. 52, но обычно советуют там между 55 и 75 вот так вот ставить. Давайте 70 поставлю. 69, ну пускай 69 будет. Сейчас немножко увеличил масштабирование.
она получается на 30 снижена от оригинального. Давайте картинку сравним. Сколько FPS? Опять же, 30-ка, под 30 фактически. И уже можно играть. Картинка, да, стала чуть похуже. Так, что, меня просекли или что? Да, просекли, вон. Идет уже чмырь, наверное, да, или нет? Так, ладно, пока нету. Хорошо. Ну, то есть, как видите, картинка на таком, на 70% масштабирования. Вода неплохо смотрится. В общем-то, можно играть. Конечно, графен как 2003 год. И желательно, если есть возможность, то все-таки масштабирование ставить на 100%. Если есть. Если при 100% вы можете на ноутбуках там своих получить приемлемый FPS 20+, хотя бы, я бы, конечно же, пробовал. А давайте-ка, кстати, масштабирование. Ну так, просто для прикола. Так ли оно сильно влияет на FPS? Почему бы нет? 200%. Давайте посмотрим, может, вообще выкинет игру. Так, сколько? 200% масштабирования. То есть, что? 1280 на 720. Все на низкое по настройкам. И масштабирование 200%. 6 FPS. Да, картинка, конечно, получше стала. Оперативки жрет под 4, 7,6 файл подкачки. Дальше, ну, проц на 70-80% загружен. Видеокарта полностью. Но это слишком. Давайте тогда все-таки верну на 100%. Посмотрим. Вроде бы 20+, да? На 90, давайте вот 90 поставлю. То есть, чтобы чуть-чуть 25, может, удастся получить FPS. Давайте 90 поставлю. Так, секундочку. Сколько? 92. 89. Ну, пускай так, 89. Вот здесь более-менее такая приемлемая картинка должна быть. И FPS. Так, какой FPS? 20 все равно. 20, 21, 20 FPS. Ну, на этой системе, в общем-то, неплохо. И можно, кстати, ну, я бы не сказал, что вообще так уже тормозит. Ад вообще полный. Нет, вполне себе можно играть. То есть, 20 FPS можно даже и больше получить. Но в то же время нужно не забывать, что придется еще подсбросить картинку. Но... Кстати, это, наверное, предел. Вот GT630 видеокарта, это, наверное, нижний предел, на чем большинство пользователей играют, ну, геймеров. Потому что на ноутбуках, да, есть послабее видеокарты, но там уже, я думаю, редко кто хочет в батлу на таких ноутбуках играть. Нет, ну я не говорю, что не хотят. Да, и это нормально, то есть почему бы, если есть возможность попытаться запускать, запускайте. Но в основном вот 630-ка это такой уже нижний предел. Обычно даже на ноутах чуть получше видеокарты и выше уже. И на ПК тоже. То есть, конечно же, оптимизация в батле просто замечательна, учитывая, какая здесь картинка, какие вообще просто проработка окружения, все это просто замечательно. И в Call of Duty, допустим, здесь нету никаких мыльных текстур, как в какой-то этой долбанной новой Call of Duty. То есть, если у вас там средний ПК, и вы хоть что-то... Система посчитает, что он там недостоин, видите ли, настроек каких-то. Даже если высоко не ставить, там средние, там чуть ниже средних, он все равно влупит вам мутные текстуры. Или, допустим, у вас топовый, там, топовая чуть ли не видеокарта, пускай 1070, 1080, там, 960-ка. Все равно ей не понравится игре, что у вас там такая видеокарта, она влупит вам мыльные текстуры. Ну, то есть вообще нечеткие, там, с двумя полигонами. То есть, ну, это, конечно же, в Call of Duty огромнейший минус. И да, можно немножко подправить, конечно, но в батле такого бреда нету. Смотрите, то есть я на 630-ке играю. Как тут... Ну-ка, себе перезарядочка. Ну, не знаю, вроде бы вполне себе четкое оружие. Хотя, конечно, мне сейчас темновато. Вода. Дым этот, туман. Да, сглаживания нету, я не спорю. Картинка так себе. Но вполне себе на слабых ПК и слабых ноутах пойдет. Да, я также должен отметить, что будут какие-то здесь динамичные сцены, когда будут танки различные, много солдат. Воу-воу-воу. Много солдат и так далее. Потом FPS тоже может подупасть, потому что много объектов динамических в кадре. Но в основном, конечно же, играть можно. Вон он, кстати. Слышал, может быть, что я стрельну? Нет. Так, ну тишина, пока ребятам все равно, что здесь кто-то стреляет у них на базе. Так, ну что сказать, по слабому ПК, да, первый Battlefield можно запустить на 4 гигабайтах оперативки, но обязательно файл подкачки поставить.
потому что, видите, 7,3 гигабайта жрет подкачки. Плюс, что тут, на видеокарте GT630 1 гиг видеопамяти. Ну, конечно, можно попробовать еще сетевую запустить, но смысл, графон один и тот же. Да, конечно, оптимизация одиночная и там может немножко отличаться. Но для этого, я думаю, вы и так понимаете, что для сетевой, ну, не знаю, на такой системе, ну, пробуйте, конечно, тогда уменьшайте эту масштабирование и все дела. Так, ну, это было, в общем, был запуск... Так, давайте так закрою, в общем-то. Это был запуск Battlefield 1 на слабом ПК, 4 гигабайта оперативки, видеокарта GT630. Вполне себе неплохо запускается, можно получить 20 плюс FPS. Даже, ну как, я бы не сказал, что вообще там просто-таки огонь. Если в Full HD играть и на низких настройках, то, блин, 11, 12, 13 FPS, не так уж и много. Из каких игр у меня на Full HD неплохо работало? Ну, наверное, да, GTA 5, но ей как-никак уже 2 года. Наверное, я, кстати, не помню, нужно смотреть по видео. Неплохо, в общем, неплохо. Конечно же, нужно будет подсбросить разрешение. Не обязательно ставить HD 1280 на 720. Может, поставьте 1600 на 900, какое-нибудь такое. И вполне можно пробовать играть. Но самое главное, что игра реагирует хоть на настройки, что ее можно настроить под себя, под какую-то свою слабую систему. А такие... деревянные, там, как Mafia 3, как Dishonored, который, ну, в котором я более-менее получал FPS, но картинка там вообще никакущая, то есть Battlefield 1 получше оптимизон, но крутейший оптимизон, наверное, там в GTA 5, где-то еще у меня там был крутейший оптимизон, ну, конечно же, Call of Duty Remastered, но вот который вышел переизданием Modern Warfare. Там понятно, что особо нечему тормозить, там тоже хороший FPS был. Ну, и вообще в последних играх вот пока аутсайдеры такие явные, это только Mafia 3 и этот Dishonored 2. Так, ну не забывайте, я в описании добавлю ссылки на другие тесты на слабом ПК. Также запущу батлу на таком более-менее среднеигровом ПК. Проц разгоню, вот сейчас 3,5 частота, разгоню до 4,3 на 800 МГц. Оперативки 12 гиг будет и видеокарта более-менее нормальная, поэтому посмотрю, какой FPS и так далее можно получить. Плюс, конечно же, по Dishonored сейчас нужно тестировать, вышел новый бета-патч, хочу посмотреть, какие он изменения привносит, конечно же, запишу видео. Ну, на этом пока все, вроде бы Battlefield 1 отлично прошел, так сказать, тест на слабом ПК, можно настроить, можно поиграть, пройти кампанию, неплохо, неплохо. Но, правда, что не стоит забывать, что часть игр, ну, есть коренные такие вот важные требования. К примеру, тот же Dishonored 2, поддержка SSE 4.1 и видеокарты с поддержкой DirectX 11. Не забывайте, что хотя бы это у вас для каких-то игр должно быть. Без этого они вообще не запустятся. Так, ну на этом пока все. С вами был Алекс и сайт RemPC.byte. Продолжаю дальше тестировать игры, так сказать, на слабых, на высоких настройках. Ну и буду, конечно же, еще придумать, что можно с ними делать. На этом пока все. Спасибо за просмотр.